наверное, кроме главного рефери матча, никто лучше не знает, за какой именно момент пенальти был назначен. Друзья, пенальти! Третий пенальти за игру. Вот я такого давно не припомню. Но вы знаете, подобрать я уже не могу. Нурбожа Москалиев. Казалось, что он споткнулся, если честно. Удар и гол. Азат Нургалиев второй мяч забивает сегодня. Видим. Было бы интересно. 3-2 впереди Актубе. Сегодня очки не наберет. Вполне вероятно. По такому матчу может случиться все, что угодно. Я думаю, вы со мной согласны, дорогие болельщики.